Здравствуйте. Я, Монастырский Юрий Эдуардович, 54 года, хотел бы сказать несколько слов о своем опыте постижения работ художника Павла Ивановича Никифорова. В своей деятельности я профессионально занимаюсь теоретической и практической юриспруденцией, не без некоторого успеха. Основанная моими партнерами и мной юридическая фирма широко известна на рынке юруслуг как лидер в области разрешения споров. Давно усвоил, что индивидуальное самосовершенствование связано также с постижением искусства, изучению которое как раз не поддается, но выстраивает внутренний мир и учит правильному созерцанию жизни. В галерее Асти, которая тогда в 90-х располагалась около нашего офиса, я впервые увидел работы Павла Никифорова и приобрел одну из них – «Крестоносец», поразившую меня силой своего минимализма и мистицизма. На картине клубится черный, на пространстве посреди прояснения крест, и далее просматриваются доспехи рыцаря, я бы назвал их движущимися. Я отметил и сказал бы, что это гениальный и самый лаконичный знак мощи. Некоторые близкие мне люди говорили, что на это произведение невозможно смотреть. Еще одна важнейшая изначальная характеристика, понятая всеми. Когда рядом с крестоносцем висит живопись, исполненная в ином стиле, она превращается в хлам или в какую-то нелепую забытую декорацию. В последующие годы у нас появилась загородная недвижимость и большая квартира в центре Москвы. В 2002 году фирма переехала в новый офис с индивидуальным интерьером. Возникло побуждение дополнить их работами Павла Никифорова и время от времени менять их местами. Мы получили еще несколько наиболее пронзительных работ. «Фатальная модель», «Единоборство», «Вход в вечность», «Я», «Двойка», «Король», «Спираль», «Соната», «Над миром», «Многоточие аналитика», «Портрет». Совсем недавно нам фактически подарили небольшую, но удивительно мощную работу «Свеча». Кроме «Короля» все работы монохромные. Этим невероятно усилен авторский и философский смысл, передаваемый художником. В большинстве случаев произведением давал название сам Павел Никифоров. Оно всегда является в высшей степени точным, кроме «Единоборства». Постепенно в привычку вошло другое название – «Поединок», более соответствующее передаваемому накалу чувств. Перемещение, хотя и нечастое, в треугольнике офис-дом-квартира происходит уже 15 лет, и остается азарт и интерес это продолжать. Это же способствует нахождению картин в одном месте – в Москве, хотя семья регулярно бывает и живет в других городах. Давно стало понятно, что наиболее подходящей обстановкой для картин, когда они начинают с тобой общаться, я не оговорился, это именно так, когда они находятся в разных помещениях, комнатах, не соприкасаясь друг с другом. Далее, у работ лучше, чтобы был прострел, или иными словами, максимальное расстояние перед собой, или до противоположной стены. В конце коридора офиса такая работа, как «Двойка», производила на гостей разное, но неизменно таинственное впечатление. Синий бирюзовый квадрат с темной наволочью притягивал взгляд. При движении к нему возникали линии, треугольник, усеченный круг и волнистая линия. При анализировании этого знака
Сразу угадывались контуры глади моря, а выше солнца, заходящего за гору. Легко представлялась цифра 2, закругленной верхней частью. На перекличку этих двух образов можно, если не отвлекаться, смотреть долго. Первое впечатление – таинственность и мистицизм работы, ее витальность. По субъективному восприятию некоторых ценителей, самые сильные произведения Павла Никифорова – одноцветные. Образы располагаются на одномерно-колористическом фоне, и значение цвета этим усиливается. Единый цвет квадрата, собственно, картины, создает приковывающее внимание к рисунку, на котором взаимодействуют не столько цвета и плоские фигуры, как у Малевича, а образы, являющиеся выражением вечного, а не сиюминутного. Мы согласны с мнением ценителей Павла Никифора, что в этом одном есть непревзойденное открытие и важный шаг в постижении искусства. Картины названы автором живыми и живущими своей жизнью, а мы бы добавили жизнью вечности, так как они о ней самой. Динамику и живость работ усиливает ряд на полотнах. Иногда чувствуется ее сходство с водной гладью. На примере работы «Он и она». На определенных расстояниях ряд похожа, но не совпадает с дымкой, туманом, небом, в которых находятся образы. В работах «Двойка», «Крестонос», «Вход в вечность» туман усилен. Он всегда достигается растворением, дроблением и смешением цветов – черного, синего, бежевого, белого, коричневого и так далее. Благодаря технике темпера Пулавкасу поверхность полотен на всех работах не гладкая, а рельефная. Это значит, что впечатление движения двух стихий – воздуха и воды, как неизменной вечной среды образов, усиливает дневной свет. Между прочим, вечером при освещении восприятие произведений другое. Автоматически уделяется большее внимание линиям, переливчатость фона ослабевает. Крик ребенка, почти не знающего слов, более сильная эмоция, чем многоречивость взрослого. Здесь также идея всех работ. В передаче главного и пронзительного только линиями и контурами, производящими разные смыслы, в наиболее сильных работах их два и более. Образы сами по себе, а также составные изобразительные их части, также являют при их созерцании еще отдельные знаки, в зависимости от воображения. Подключение сознания и внутреннего мира наблюдателя происходит, как упоминалось, в общении с произведением. Павел Никифоров, несомненно, король минимализма в живописи. Это культурное и эстетическое веяние имеет представителей гениев в других видах искусства. В музыке – Майкл Найман, Филипп Гласс, в кинематографе – Микеланджело Антониони и так далее. Использует эстетику минимализма в некоторых своих фильмах Ларс фон Триер. Это направление применяет многозначность образов и стремится уйти от лишних деталей. В этом смысле Павел Никифоров – невероятный русский гений, создавший вневременные творения. Но, к сожалению, в живописи понятие минимализм уже было украдено и присвоено популяризаторами таких рисунков, которые на самом деле минимализмом не являются, раскручиваемых через этот модный термин. Легко убедиться в этом, введя слово «минимализм», а также «живопись» в поисковую систему в интернете. Может быть, со временем интеллектуальные критики найдут правильное название работам Никифорова, например, «ультраминимализм», чтобы уйти от ассоциации с, по сути, лжеминимализмом. Павел Никифоров олицетворяет большое достижение в разнонаправленном развитии высокого искусства. Быть может, одним из мотивов его творчества было противостояние заидеологизированному советскому картинописанию. Павла Никифорова при жизни упоминали как представителя советского андеграунда, но, полагаю, сегодня это не является главным. Его работы давно находятся гораздо выше суеты нашего бренного мира. С ними, как упоминалось, происходит самая сокровенная коммуникация. Иногда зритель к этому не готов,
и тогда даже беглый взгляд на некоторые произведения может вызывать негативные эмоции, например, беспокойство. Когда приобреталась работа «Фатальная модель», то глава галереи «Астин» Отелло Ильинич Новоискунская говорила: «Я не рекомендую размещать ее где-нибудь на стене в доме, лучше в офисе. Это музейный вариант». Но я скажу, что уже продолжительное время «Фатальная модель» висит в спальне, так как там можно смотреть на нее долго. В переговорной комнате офиса находится мощнейшая работа художника «Вход в вечность». Любопытно видеть реакцию посетителей. Висит она на левой стене, перпендикулярно окну, а на правой — часы. Первыми в это помещение входят гости. Почти все садятся спиной к картине. Для обсуждения важных вопросов лучше уклониться от фактора большого отвлечения внимания. Кто оказывается напротив работы, а раньше на этом месте были, то король, то единоборство, то я, то многоточие аналитика. Тот постоянно бросал частые и быстрые взгляды на полотна, и были восклицания: «Это современное искусство» и тому подобное. Павел Никифоров заслуживает больше известности, чем имеет. Но есть объективные обстоятельства. У него не так много творений. Стилистика его работ одна. Но есть у него произведения, где сочетание цветов призвано играть стержневую роль в доставлении эстетического воздействия, возбуждения впечатлений. Кроме того, купившие картины их не сильно продают, насколько я знаю. В общем, рынка его произведений, может быть, никогда и не возникнет. Но их значение, роль и влияние, несомненно, будет возрастать. Мы счастливы впервые понять, что дорогому твоей душе и сердцу, помещению требуется не украшательство, не горшки на подоконниках, а нечто сакральное и могучее, как остатки фресок в старом храме. В работах Павла Никифорова нет тоски по прошлому. Они о вселенском. Первое было свойственно статичной живописи вплоть до 20 века. Мы не культурологи и не критики, но такое обобщение общеизвестно. Есть мнение, что конкуренция с появившейся фотографией и сильное веяние общественных идей разрушили изобразительность. Абстрактная живопись Кандинского и прочих воздействовала цветом, сочетанием и соотношением колористических пятен. А если присутствовали материальные предметы, то взяты они были не из реальности, а из субъективного сознания художника. В произведениях Павла Никифорова на новом уровне возникает изобразительность. И не из греховного человеческого представления, а свыше. Поэтому чем пронзительнее идея картины, тем она сильнее. Но есть и многоцветные работы, об этом уже говорилось, с которыми мы находились в интерьерах. Птица в клетке, музыка, музыкант. Это свидетельствует о непрерывном творческом поиске художника, увенчанном такими произведениями, как «Король», «Фатальная модель», «Свеча», «Единоборство», «Над миром». Но в этом и заключается наша субъективная точка зрения, так как Павел Никифоров не исчерпаем. Его творения воспринимаются в контексте текущего времени по-разному. И в цифровом, нынешнем веке они актуальны, и мы уверены, востребованы. Например, и небо, как фон у некоторых его работ, не меняется. Оно в веках одинаково. Существует мнение, что для восприятия художника Никифорова требуется особая подготовка и, может быть, религиозность. Его известные рисунки затрагивают христианскую тематику, ее символы – крест, грех, человек, мир. Лично нам кажется, что это не обязательно. Всеохватность работ проявляется в том, что образ у каждого возникает индивидуально и субъективно же усиливается. Затем зритель начинает понимать, что один символ переходит в другой, в третий, они словно появляются из дымки. Это может в зависимости от личной психики завораживать. Таким же образом, когда наблюдаешь предметы на рассвете, тогда они меняют свои очертания при исчезающей ночной темноте. Но у Никифорова есть в них смысловой стержень. Природные объекты в результате утреннего созерцания становятся в конце концов грубой реальностью при полном дневном свете. На картинах художника знаки в личном восприятии переходят в другие и возвращаются в прежние. Нателла Ильинична говорила о вибрации образа. Возьмем произведение «Единоборство». Сразу видится графическое изображение двух торсов и голов в масках. Далее можете убедиться, что вас жадно разглядывает чудовище с мясистым носом, толстая оправа очков. Затем возникает домысливание о вражде сиамских близнецов и их скорой обоюдной гибели. Но согласитесь,
Такие оценки очень индивидуальны. Павла Никифорова, опять-таки, в силу личного опыта, нельзя, не наблюдая вживую, понять. На фото его работ или изображениях в интернете по необъяснимой причине нет перехода знаков, нет движений. Они не воздействуют при созерцании.